мои, всех сердечно приветствую. Сегодня у нас 15 октября 2021 года. Последнее мое видео за рулем автомобиля, наверное, было сделано около, примерно там, около года, наверное, назад. Ну, может быть, чуть меньше. Вот, и снова оно за рулем автомобиля, но только уже другого. Точнее, не уже, а временно другого. Сегодня достаточно необычная поездка. Мы едем, скажем так, в кавычках, на инспекцию только что переданного замка Тапиау, переданного от ФСИН в руки правосудия, хотела сказать, нет, в руки Министерства культуры. И теперь из этого замка, одного из самых сохранившихся, ну, пожалуй, наверное, самого сохранившегося замка в нашей области, сегодня мы едем смотреть на него, его передали. Вместо тюрьмы теперь там будет большой такой музейно-развлекательно-досугово и так далее комплекс. Вот. И посмотрим, как это выглядит сейчас, когда только съехала в СИН. Нам там все продемонстрируют, покажут, поводят, сделают экскурсию, расскажут, наверное, историю замка и так далее. В общем, должно быть достаточно интересно, и посмотрим, какие перспективы ждут столь старинный, старый, древний и культовый объект. Так что погнали. Мы уже приехали, собственно, в Тапиау. Сегодня это город Гвардейск. Достаточно неплохой городок, небольшой, недалеко от Калининграда, всего лишь 43, по-моему, километра. Вот. И такой достаточно типичный, небольшой провинциальный город. Погнали! Что, друзья, вот тут очень большая компания людей сегодня. Даже не верится, что здесь можно вот так спокойно подойти, поснимать на камеру и не париться, что тебе скажут, уберите камеру или посадят в тюрьму за это. А ведь сюда вот завозили, вот прям вот в это вот, в эти ворота. Теперь не завозят. Теперь завозят блогеров, смешников и прочую нашу нечисть. При входе на объект, на территорию объекта и далее на его территории, это строение в основном, которое уже обеспечили нужды 80-го года колонии ИК-7 и, собственно, производственные нужды вот, обеспечили целый комплекс построек. Вот это, допустим, с этой стороны находился товарно-продовольственный склад. Это корпус административных зданий, которые были построены в 1901-1902 годах. И потом и в последующие послевоенные годы также использовались как административные корпуса. Ну а дальше уже мы с вами... Сейчас это музей. Осторожнее, яма здесь смотрела. О, как это долго. Ну что, друзья, заходим с вами на территорию исправительной колонии номер 7, ныне замок Тапиау. Точнее, не ныне, он всегда им и был.
Теперь он стал доступен для посещения. Станет скоро совсем. И со всех сторон вас окружают сейчас производственные и хозяйственные постройки, которые обеспечили функционирование объекта. Например, вот здесь, где размещен вот этот баннер, находится швейный цех или цех по пошиву мешков, как тут написано. Причем надо заметить, что материалы для изготовления мешков привозили из Индии, стояли швейные машинки, здесь для сахара индийского заключенные шили мешки. Вот здесь, с той стороны, находился когда-то литейный цех, где делали металлическую плитку, которую формовали и укладывали этой плиткой все полы цехов. И другие металлы изделия наверху, старое здание плохого изолятора, которое давно уже не опасно, вход запрещен. Поэтому все, что можно, там демонтировано, и, собственно, эта территория сейчас закрыта для прохода. Вот здесь, на втором этаже, находились помещения службы безопасности. Здесь вы видите срезанные стройки, везде стояли ограждения, поскольку вся территория была разбита на зоны строгого контроля, Так, ребят, пока все ушли, и мы сейчас за кулисами клуба местного, который здесь был. Здесь ничего, конечно же, не осталось. Ничего, все пусто. Все пусто. О, елочка осталась. Смотрите, елочка и елочные игрушки. Вот, все, что осталось. И решетки. Здесь вот есть вот такой щит информационный, есть вот такой плакат. Интересный. Видно, что старый. Он стоит здесь, наверное, со времен, когда здесь еще была колония. Входы-выходы различные. Сейчас попробую полазить везде. Ну и вот так примерно выглядит, смотрите, внутренний двор. Да, здесь даже вот такая вот часовня была. Ну, точнее, вход в нее. Вот. Сейчас хожу по неэкскурсионным маршрутам. Смотрю, что здесь и где. Ну, пока. Так, здесь у нас закрыто, да? Да, здесь замочек висит. Пойдем далее. А, да, еще нам пояснили, что вот. А, ну здесь, наверное, уже давно нету. А здесь нет. В этом внутреннем дворике нет. А там в проходах во дворах, там везде посрезали эти столбики, которые здесь, потому что все было опоясано сетками и колючей проволокой. Сейчас лишнее все посрезали. Вот так это выглядит. Смотрите, какие двери сохранились еще старые. А вот здесь дальше решетки идут. Здесь дальше. Воу, темновато. Темновато здесь. Такая вот лесенка наверх. Вот. Пойдем посмотрим, что это за место. Потому что сюда группу туристическую не повели. Вау, мехмах. Смотрите, вывозили отсюда. А, это душевая. Вау, товарищи, обратите внимание. Это, походу, была душевая. Умывальная, душевая. Вот. Такие своды здесь красивые. А здесь... Толчок. Вот. Здесь писсуар, наверное, вот это был.
Ну, скорее всего, да, здесь ссали и туда все сливалось. Вот это да! Красота! Смотрите, как здесь необычно. Какой-то перемычка какая-то сделана. Сейчас пойдем туда выше. Туда выше поднимемся. Здесь. А толщина стены, обратите внимание, товарищи. Здесь где-то 2, ну, 2-2,5, наверное, даже метра. Не менее. О, блин. Офигеть. Блядь, темно здесь, зараза. Темно. Но от этого еще более интересно. Так, куда это мы вышли? О, здесь капец. Здесь, видимо, еще до того, как колония отсюда съехала, все было уничтожено. Здесь запарено. Печечка была, так полагаю. Да. Здесь, наверное, пытали людей. Давайте посмотрим, что у нас в окне здесь. Вот наша экскурсия. А вот они мы. Так, переходим во вторую часть этого здания. Здесь, видите, здесь все демонтировано, только не очень понятно, в какой период времени. То есть это сейчас демонтировано при демонтаже, собственно, колонии, либо это уже давно демонтировано. Вот здесь что-то разбирали, схроны какие-то, судя по всему. Вот. Давайте сейчас выглянем на другую часть, посмотрим. А здесь мы упираемся вот в здание такое вот. Классно. Так, посмотрим, что у нас здесь на помещении. Судя по обоям, что-то было такое административное, возможно. Хрен его знает, что здесь было. Обоев много слоев. И вот еще одна лесенка ведет, наверное, на чердак. Вот, на самый верх. А здесь у нас ничего. Тотальный... О, здесь, ну, ничего, здесь прикольно. Здесь прикольно. Это мы уже под крышей. Под самой-самой крышей. Здесь хорошее дерево на полу. Крепкое. Здесь выход в какой-то что-то, я не знаю. Опа! О! О, все, я понял. Это грузовая. Это грузовой, как сказать, конек такой, выступающий сбоку здания. Вот, смотрите, вот она крыша. И мы в этом коньке. А вот механизм для подъема грузов был. Вот он. Видите, остался. Вот это. Здорово. Вот это интересно. Друзья мои, я вот залез наверх, под самую крышу. Здесь вот осталась какая-то лебедка. Очень, ну, местами прогнивший потолок, точнее пол, куски черепицы. А, здесь мусор. Блин, и ванна немецкая. Вон лежит. Где? Да это сгнило, там, видишь, течет там крыша. А вот эта ванна немецкая. Это я тебе отвечаю. Отвечаю просто. Здесь вот ножки должны были стоять. Это ванна немецкая, я по форме знаю. Блин. Блин. Класс. Жалко, что ее отсюда не демонтировать никак. Ну, можно, конечно, если постараться. Блин. Огонек. А здесь вон какие-то помещения. Какой-то бак, оно, видимо, запас воды. Либо что-то. Здесь вон еще какие-то лазы. О-о-о-о. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Судя по всему, была скамеечка, где сидели, отдыхали некие люди. А теперь это вот так вот. Вот с таким видом прекрасным. Вроде вон он город, жизнь, а люди вот здесь вот
сидели, гуляли и никуда не могли отсюда деться. Вот, друзья, находимся сейчас под самой-самой крышей Форбурга. Это, по-моему, так называется, если я не путаю. Здесь вот видна черепица, валяется местами. Жалко. Ну, я надеюсь, ее как-то применят. Вот. Здесь вот вентиляционные механизмы, какая-то вытяжка, либо приточка, не знаю. Ну, в принципе, здесь особо ничего интересного, потому что сами видите, какой здесь бардак, раздрай и так далее. Вот. А вот эта вот лебедка стоит, вот. Это, скорее всего, была как-то связана вот с тем подъемным механизмом, который там снаружи. А, возможно, она вообще стояла там. Хотя нет, она, скорее всего, здесь и была. И вот так вот сюда она натягивала какой-то трос с грузом. Ну, а теперь она вот так стоит. Обратите внимание, здесь замок Биау, 13 век. Вот сейчас проходим еще в один двор, куда мы еще не ходили. Вот, сейчас мы пойдем, сходим во все эти открытые, возможно, помещения. Вот здесь вот такой вот двор. Полагаю, прогулочный какой-то или что-то типа того. А мы сейчас были вот там, на самом верху. Вот там вот. Оттуда я вещал буквально недавно. Как раз вот тот грузовой конек. Вот здесь вот поднимали груз. Вот так вот туда наверх. Вот. Сейчас здесь вот так все это выглядит. Я так полагаю, это была прогулочная зона тюремная. Общая какая-то. Я не очень в этом, слава богу, понимаю. Но сверху видно было, что вот за этой стеной еще какие-то там лабиринты. И, возможно, тут была типа зона для каких-нибудь буйных, скажем так. И ничего не видно. Все заделано капитально. Ну, а здесь вот так вот это все выглядит. Хочется попасть, конечно, во всякие закрытые помещения. Но здесь все закрыто капитально. Ну, и там ничего, собственно, делать. Полный трэш. Вот. И вот это здание, конечно, основное очень впечатляет своим видом. Здесь, видите, все запилено, все заделано. Ну и там, собственно, нечего делать. Там пусто и неинтересно. Вот. Вон, я думаю, вам видно как раз такие лабиринты какие-то с сеткой сверху. Все, возможно, туда каких-то отдельный вид зэков отправляли на прогулку. А это, мне кажется, была общая зона. Ну, выглядит, по крайней мере, так. Вот. Так, други мои, пойдемте сходим в... Так, здесь закрыто, а вот здесь открыто. Так, здесь тоже закрыто. Пойдем вот по вот этой вот закругленной лестнице поднимемся. Судя по звуку, все здесь. Здесь уже замутили небольшой такой мини-музейчик, посвященный, вот, например, взгляд в будущее, как хотелось бы. А, стоп, это вообще... Подождите, это у нас... Что за замок-то? Написано Тапиау, взгляд в будущее, а это же не Тапиау. Концепцию разработал, сказал... Или это его вообще изначальный вид, может быть, хотят его к этому вернуть. Что-то мне не очень понятно пока. Ну, а вообще, вот здесь такая экспозиция, немножко об истории места. С глубоких времен, с древних, и по наши дни. Вот какие-то находки. Сейчас, что здесь написано? Шейная грена, типа этот бронза. А, я думал, это здесь нашли. Это просто находки и находки. Вот 13 век. То есть примерно предполагается, что реконструкция внешнего западного это городища. То есть вот так здесь все выглядело 700 лет назад. Вот. Ну а место, где расположена эта вся экспозиция, вот в таком вот зале прекрасном. Посмотрите, какие сводчатые потолки роскошные. И, что самое крутое, это толщина стен. Толщина стен просто фантастическая. Ну, в принципе, типично для замка. Здесь где-то 2,5 метра. Если не 3. Даже 3, наверное. Я думаю, что 3 метра. То есть вот такое вот здесь бешеное углубление.
идет. Вот здесь еще, кстати, обратите внимание, краска вот эта вот, вот это вот, возможно, хотя фиг знает, видите, она такая, блин, как сказать, ну как какая-то не зэковская, что ли, с какими-то разными цветами, фиг знает, что это, но выглядит прикольно. И вот это вот окошечко очень интересное, с таким надоконным, с такой надоконной аркой, и видно, что явно окно было, ну, вот такой вот формы. То есть это уже перезаложено, естественно. Класс. Ну, вид так себе. Значит, идем, переходим в следующий зал. Вот такой вот, такие палаты с таким полукруглым потолком. Не, он сводчатый, но такой немножко нетипичный для стандартных таких построек немецких. Вот, посмотрите, а с этой стороны вот здесь вот так вот. Даже остались, кто у нас там, антилопа, кто там еще, кабан, походу, или свинья. В общем, печати с животными, вон там орел виден. Печати сохранились, видите, какие интересные. Класс. Вот это прямо, прямо круто. Это, конечно же, сохранят, я думаю, как-то выделят, чтобы это было хорошо считываемо. Так, друзья мои, пока основное количество людей не вышло, надо еще побегать здесь посмотреть, но, к сожалению, как видно, большинство помещений все закрыты на замок, либо на внутренний замок, поэтому попасть везде, увы, не удастся, уже не удастся, вот. Вот, кстати, обратите внимание, вот видите, столбы спиленные, вот они шли. То есть здесь все эти территории, все было огорожено столбами, между ними были натянуты, соответственно, там сетки и прочее, колючие проволоки. Это уже сейчас демонтировали, чтобы освободить двор для посетителей там и для нас, так скажем. А, кстати, обратите внимание, это еще одни ворота, которые в этот двор пропускали. То есть вот здесь они стояли. Но выглядят они, как будто они здесь никогда уже давно не работали. Хотя, скорее всего, работали. А здесь было КПП. Вот, опечатанное КПП. Внутри там тлен. Наверх сюда нельзя, но там тоже все. А, воспитательный отдел. Вон там написано на табличке на двери. Я думаю, что там воспитывали жестко. Жестко воспитывали в этом отделе. Вот. Здесь магазин был даже, смотрите, свой. Вот так вот. С 8 до 3 работал магазин. То есть, ну, начнем с того, что это была колония не, по-моему, строгого режима, а... Это же не строгий режим был, обычная, да? Вроде бы. По-моему, обычная, да. Вот, поэтому здесь не такая жесть была с точки зрения содержания заключенных. Уже отпилили. Я не хочу из одного кадра есть, я там как бы видео. Блин, интересно. Не, это не сейчас отпилили, это видно, что давно отпилено. А вот здесь какой-то проход был. Ну-ка, вот так вот, дырочку. Да. А здесь легче. Так, ребятки, тут вот написана такая табличка, но я что-то, меня она не сильно останавливает. Я сейчас попробую. Попробую я. Блин, нихуя. Ну, так, не, пролезть-то пролезу, просто. А, я сейчас рюкзачок здесь оставлю. Просто. На. Я просто. У меня, конечно, жопа большая, но. Пролезу вот здесь, вот, например. О! Вот и все, я по ту сторону. Так, давайте посмотрим на эту жесткую. О, кстати, свидетельство постройки этих всех зданий. Вот 1976 год. Видите, как. Ну, здесь полный трешак. Здесь полный трешак. Смотрите. Отсюда ФСИН демонтировал все, как только можно. А смотрите, инструментальный участок. Интересно. Интересно. О, ремонтно-механический участок. Давайте заглянем. Ох, отсюда как все демонтировали по максимуму, чтобы ничего не осталось. Здесь еще до сих пор запах масла. Ну, не масла, а этих горюче-смазочных жидкостей. Ну вот. Посмотрим быстренько. Блин, у меня камера садится к чертовой матери. Поэтому надо немножко ускориться.
Посмотрим сейчас быстро. Вот тут цех. Обратите внимание, какой сохранилось там. Вот это вот барельеф такой. Барельеф. О, здесь прямо по жести. Очень жестко. Это был ремонтно-механический участок у нас. Вот. Здесь все тоже демонтировано максимально. Все спилено, все, весь металл вывезен. Ну, в принципе, это очевидно. Кто же оставит металл? И оставлен вот такой трэш. Теперь Министерство культуры совместно со всеми, кто теперь ведает этими территориями, предстоит все это дело приводить в порядок. Вот. Здесь что у нас? Здесь, судя по запаху, какой-то продуктовый цех был. Вообще здесь рыбой пахнет копченой. Участок трейд. Вот так вот. Вот так вот. Ага, вот она. Как это называется? Буферная зона или как правильно? Запретная. О, посмотрите, где мы сейчас находимся. Надо это дело тоже обязательно сфотографировать. Блин, слушайте, ну вот самые интересные места, к сожалению, не пускают туристов пока. Поэтому пришлось залезть под табличку «Вход запрещен». Потому что всегда все самое интересное именно под такими табличками. Сейчас я еще дойду вот до того цеха, посмотрим быстренько, что там, и уходим отсюда. Потому что, в принципе, сильно интересного здесь не так много. Зато остался вот такой вот прекрасный забор, еще относящийся к зданию замка. И вот такой вот, видите, барельеф, типа ЛЭП, свет, электричество и тянущиеся руки к электричеству. То бишь к энергии света. Ну, здесь тлен. В принципе, даже особо лазить и негде. Потому что все демонтировано подчистую. Не оставлено ничего. Вот. Такие дела. Ну, такой прекрасный здесь забор остался. Вот с таким вот закруглением даже. Вот. Идем далее. Кстати, работает трансформаторная вот эта подстанция. Ну, в общем, друзья, уходим отсюда, потому что, в принципе, здесь особо интересного ничего не осталось, к сожалению. Возможно, если глубже залезть в какие-то помещения, может, где-то еще что-то и есть. Но в целом здесь прям тлен-тленный. Вот, так что уходим. Как говорится, уходим. Наступят времена почище. Вот видите, здесь демонтировали какую-то вот такую решетку. И пока натянули сеточку. Ну, мы сделаем вот так вот. Опачки, жопочки. И мы снова на разрешенной территории. Ну что, друзья, могу сказать. Весьма интересный объект. Как говорится, держим пальчики за то, чтобы из него что-то получилось, чтобы нормально приложили сюда руку, сделали интересно, сделали качественно и красиво. И очень сильно, чтобы в историческом духе это все было. Вот, потому что потенциал у места очень, я считаю, большой. И, в принципе, вот сейчас все эти люди, в большинстве своем, здесь у нас представители СМИ, представители турфирм, и вот сейчас тут вот все это дело обсуждается, обсасывается по поводу того дальнейшего использования замка и всех этих помещений. Вот, а у меня вот такая кепка Кёнигсберг, как раз одел специально для похода сюда. Вот, ну, в общем, классно. Я желаю этому месту максимального благополучия, честно скажу, потому что многие мои подписчики знают о моем трепетном отношении к историческому наследию. Вот. Еще раз выйдем в общий большой двор, где, полагаю, гуляли товарищи. Теперь не гуляют, теперь гуляем мы. Такие вот дела. A few moments later. Ребят, мы тут обнаружили еще одну открытую дверь. Смотрите, с какой плиточкой. Какая лесенка тут наверх. Вау, как мы любим. Так, кто там? Кто там с фонариками? О-хо-хо-хо. Что написано? До открытия двери через смотровой глазок узнай, кто стоит за дверью. Там вот это...
Так, друзья мои, мы зашли вот в ту самую дверь, которая была накануне. Это мы сейчас поднялись на самый верх. Немножко я забыл подснять все, что было ниже, но мы сейчас туда вернемся. Здесь, походу, под чердаком был какой-то спортивно-досуговый, так скажем, комплекс для работников тюрьмы явно. Вот, какие-то тут спортивные снаряды вот есть, мат вот тут, пинг-понг, также тут всякие, ну, вот плакаты видны явно, связанные с этим бодибилдингом. Вот еще тут стоят бывшие снаряды, зеркала, перед которыми работники качались, так скажем. Вот. Но судя по заброшенности всего и вот этой сгнившей крыши и так далее, судя по всему, последнее поколение сотрудников этой тюрьмы вряд ли пользовалось этим залом. И оно все здесь так стоит уже, я думаю, очень-очень много лет. Вот. Сейчас пойдем чуть-чуть ниже. Я вам покажу, как там интересно. Здесь такие решетки. Причем решетка, судя по своей, ну, не знаю, по своему виду, как-то не похожа на какую-то советскую. Она вот очень, видите, схожа по конструкции с перилами. Вот. Потом идем, значит, на второй этаж. Здесь сохранилась плиточка везде, вот еще. Идем на второй этаж. Он здесь, нас здесь встречает сначала вот такой аппарат неведомого назначения. Потом вот такой зал. Вот такой зал с колоннами опорными. И здесь что мы видим? Здесь различная литература. Вот литейное производство, например. Здесь целая библиотека всего была. Вот, карточки определенные, куча-куча всякой литературы научной. Например, смотрите, размерные расчеты литейной формы. И куча-куча разной научно-популярной информации. Вот, в соседнем помещении здесь тоже частично... какая-то литература, чертежи и работы, не знаю, научного характера, возможно. Вот, все в таком виде пребывает. Ну и, честно скажу, забыл, как называется вот эта штука. Вот она здесь вот такая вот стоит. Вот такое помещение. Видите, сводчатые потолки вот такие интересные. Ну, стандартные для всех этих мест, для исторических построек. Здесь у нас остался такой стол с таким вот прессом, не знаю, штемпель какой-то или что-то, я не знаю. Здесь какие-то остатки старой мебели. Вот такой вид из окна. Вот. В общем, это административный корпус, и здесь были вот различные досугово, развлекательно, научно обучающие помещение. Но, судя по всему, состояние вот этого всего уже такое плохое достаточно долгое время. Вот. Ну, если пойдем еще ниже, то здесь у нас лаборатория. Вот на первом этаже здесь вот такая интересная табличка висит. Вход осужденным запрещена. В туалет. Кстати, здесь туалет. Здесь туалет был. Вот такой вот стрёмный абсолютно тубзик. Очень удивительно, что очень много не демонтировали металла, особенно батарей. Обычно батареи – это первое, что выезжает с любого заброшенного объекта. Вот. Потом, значит, здесь в лаборатории вот, такой вот, вот такая табличка здесь висит. Вот. Здесь, значит, первая лаборатория, точнее, помещение лаборатории, которое мы увидели. Вот. И мы увидели и обрадовались. Вау, лаборатория, классно. Вот это да. А потом пошли чуть-чуть глубже и немножечко прибалдели еще больше. Потому что в этом помещении полноценная лаборатория. Вот, обратите внимание, вот такая вот. Запах здесь очень специфический, как в любой лаборатории или там в медицинском учреждении и так далее. А вот в соседнем помещении, вот здесь, например, здесь очень запах
присутствует достаточно сильный запах йода именно. Вот такая лабораторная установка там, видите, с умывальником внутри. То есть здесь что-то происходило в этом, в этой установке. Здесь вот вытяжка наверху видна. То есть вот здесь происходили опыты определенные. Ну и повсюду, повсюду куча всякого разного. Настя тут себе вон... Ой-ой-ой, сколько здесь всего. Просто кладезь разного интересного добра. Всякого интересного. Не знаю, добра ли? Натрия щавелево-кислый. Ну, в общем, куча всякой разной химической лабуды и куча пробирочек разных и колбочек. Что там такое? Светящееся? Что-то светящееся? Делай вставки, что это желтое. Ну, не моча точно. Трубочки всякие. Блин, слушайте, а вот в этих вот, как его, в коробках наверняка вот такие трубки. Вон, смотри, какие. Офигенные, блин. Ну, для опытов. А вот какая-то установка интересная. Смотрите. Блин, да. Интересненько. Я очень боюсь здесь дышать, если честно. Как-то страшновато. Вот такие вот плакаты. Ну и опять же, слушайте, обратите внимание, да? То есть эта лаборатория стопудово заброшена уже не вот это время, как вот только съехал в СИН. То есть здесь очевидно, вообще вот в этом здании, куда мы сейчас зашли, здесь очевидно не производилось никаких работ уже много лет. То есть здесь вот по состоянию зданий, по состоянию вообще всего, что здесь находится, видно, что явно работы здесь остановились не год, не два и даже не три назад. А вот что вот это такое, интересно? Ну это явно не ртуть, конечно. Какие-то всякие разные сульфаты, тра-та-та-та-та. Офигеть. Блин, вот эти шарики очень прикольные. Что же это такое? Вот. Какие-то... Вот тут вот еще куча всего. Блин, офигеть. Просто офигеть. Очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Вот такие вот дела. А, и самое интересное еще что. Смотрите, друзья. Здесь вот такое помещение... Со всем оборудованием различным. Вот, тут какие-то осциллографы, какие-то... Вот это какой-то то ли на растяжение пресс. Ну, вот, судя по всему, вот, сейчас... Я не очень сильно разбираюсь в таких инженерных всяких штуках. Но я так полагаю, вот этот специальный механизм, который на растяжение работал различных... на прочность материалов, я так полагаю. Вот сюда что-то зажималось... И растягивалась. Полагаю, не утверждаю. Вот. Ну и куча всякой разной техники. Разного предназначения. О, видите, сколько всего. Куча всего. Садится батарейка, и она в любой момент может сесть. Поэтому не обессудьте. Блядь! Вот так вот! Провалился только что вот сюда. Охренеть! Ты живой? Живой, посмотри. Вот это было жестко. Вон, посмотри, куда я там провалился. Поэтому здесь это все оставили. Да, вон две дыры. Благо, слушай, благо тут не это. Первый этаж. Да, первый этаж, и там внизу нет подвала никакого. Охренеть. Это было страшно. Кстати, загнулось у меня вот это у лампочки. Я честно скажу, я обосрался. Не буду скрывать, я обосрался. По-моему, пора на выход. Это знак того, что пора на выход. Короче, вот такое вот интересное помещение мы нашли. Вот посмотрите, в каком оно состоянии пребывало. То есть явно сюда не ступала нога человека. По крайней мере, по делу. Уже много-много лет. Так что вот так вот. Возможно, поэтому отсюда ничего и не вывозили, потому что, может, вообще забыли про него. Здесь вообще что-то было заложено кирпичом. Ой, на этом, пожалуй, все. Надо выходить и прощаться. Друзья мои, я надеюсь, мое падение, чуть не падение, достойно того, чтобы вы поставили свой лайк, подписались и рассказали об этом ролике кому-нибудь. Надеюсь, он получился интересным. Не знаю, что я тут наснимал, но при монтаже будет понятно.
Всем всего хорошего. Мир, не болейте. И чтобы ваши близкие тоже были здоровы. Всего хорошего. Пока-пока. Друзья, дорогие мои, напоследок покажу, как мы уходим из тюрьмы. Вот здесь вот было такое, как бы, КПП, буферная зона, где, видимо, проходили посетители. Ну и работники, собственно. Смотрите, как замок Топиао, все дела. Куча-куча решеток. Вот здесь вот все это происходило. То есть, видите, как тут все зарешечено. Жестко. Жестко зарешечено. А теперь это безопасно. И вот мы снова на воле и на свободе. Ура! Все, пока, замок Топиао.